Напомню, совсем недавно, утром 24 мая, в Тарбагатайском районе поезд, следовавший маршрутом Иркутск-Наушки, столкнулся с корейским автобусом. Первым делом автоинспекторы вместе с сотрудниками ВСЖД отправились на этот переезд. Именно на этом железнодорожном переезде, 5671 километр Медведчиково-Саентуй, за последние 10 лет произошло 3 дорожно-транспортных происшествия. Технических нарушений по работе инфраструктуры, по содержанию самого пути, по содержанию подъезда автомобильного к железнодорожному переезду. Нарушений в содержании со стороны железной дороги нет. По словам сотрудников ГАИ, основной причиной ДТП на этом неохраняемом переезде является несоблюдение правил дорожного движения именно водителями автотранспортных средств. Однако, по мнению местных жителей, решение этой проблемы все же есть. Конечно, надо шлагбаум. Если шлагбаум будет, уже все, шлагбаум закрыт, уже никуда не поедет. Если на неконтролируемых пунктах не хватает шлагбаумов, то на охраняемых переездах ни шлагбаумы, ни красный свет, ни предупреждающий сигнал порой не останавливает водителей. Нарушение правил проезда через дорожные переезды влечет очень тяжкие последствия для водителей транспортных средств, потому что если водитель думает, что он успеет проскочить где-то на железнодорожном переезде, то он не учитывает, что скорость железнодорожного состава гораздо больше, и он не сможет остановиться. Автоинспекторы сегодня не только проверяли водителей на соблюдение правил дорожного движения на переездах, но и проводили с ними профилактические беседы. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня международный день проезда безопасности переезда. Имейте всегда в виду то, что проезд, когда сигнал загорается, светофор, всегда останавливается. Поезд тяжело останавливается и останавливать очень долго. Берегите себя и своих близких. Спасибо. От автолюбителей также поступали предложения по сокращению ДТП на переездах. Лучше желательно здесь камеру поставить. Здесь до того, много, нарушает, до того много нарушений. Невозможно ездить. Лезут, что даже страшно. На выездной проверке была оценена и работа дежурных по железнодорожным переездам. Какое состояние безопасности в сегодняшних сутках на переезде? Были ли нарушения транспортных средств по проследованию? Нет, ну, сегодня было. Сначала заградительную недавно. Сегодня включали заградительную сигнализацию, да? Машина заглохла на переезде. По регламенту передачи информации всем прошло? Да. Зам главного инженера ВСЖД оценил действия дежурного на отлично. По итогам сегодняшнего рейда особых замечаний выявлено не было, кроме изношенной дорожной разметки на одном из проверяемых участков. Сотрудники ГАИ вынесли акт о недостатках уличной дорожной сети и выдали предписание об их устранении на переездах. Наталья Домбаева, Александр Хамаганов, Первая альтернативная.